Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. В последнее время мы с вами очень часто стали встречаться на Перископ ТВ. То есть я общаюсь, у нас происходит живое общение. То есть либо я с собакой выхожу на улицу куда-то погулять, либо сажусь, когда у меня есть свободная минутка, мы с вами общаемся. Я стал эти ролики выкладывать на канал именно «Я и мой хвост». Ну, потому что тематика, как бы, именно мы разговариваем с вами о собаках, и все как бы подходит. Но здесь очень много всяких пробелов, которые, в принципе, требуют монтажа. И поэтому вот зрители, подписчики порекомендовали мне создать отдельный канал, на который я буду выкладывать именно вот необработанные эти ролики с перископа. Поэтому я вот всем анонсирую, если у кого-то есть желание, кто-то пропускает трансляции на перископе или эта программа не установлена у кого-то, все добро пожаловать ко мне на мой второй канал, который я так и назвал «Я и мой хвост перископ». То есть как бы все трансляции перископа, и вполне возможно, что там будут не только трансляции о собаках, разговоры, да, может быть, какая-то интересная жизненная ситуация произойдет со мной. Ну, вот как вот, например, вчера произошла ситуация, когда положили деньги мы, ну, моя мама положила деньги на телефон и ошиблась там одной цифрой. И потом мы ходили в Мегафон, как бы я вел трансляцию, и переписывали, то есть писали заявление, как бы переводили эти деньги на наш номер, то есть исправляли ошибку. То есть это для кого-то, может быть, такой опыт пригодится. Поэтому я еще раз хочу сказать о том, что я не буду забивать канал именно вот этими длинными видео с перископа, а переведу их на другой совершенно канал. Я его уже создал, он уже существует, так и называется. «Я и мой хвост перископ». Заслужите доверие, заслужите уважение. Всех жду на нашем родном, на дублирующем канале, где происходит наше живое общение. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Спасибо.